Сначала у вас мысль, что семья создается для детей. Это факт. Да. У меня двое прекрасных детей. И в этом году муж мне как раз-таки вменил вину, что я слишком много уделяю времени детям. Это правда. Это может быть виной. Да, и говорит, я тут, в общем-то, лишний. О, это очень опасно. Если это так, это очень опасно для вас, для вашей судьбы. Это очень частая ошибка женщин, потому что женщина в несколько раз больше счастья от ребенка получает, чем от мужа. И это очень эгоистично для женщины уделять время и силы только детям и не уделять мужу. Это означает, что она фактически разрушает свою личную жизнь. И она, это придет, потому что мужчина без женской любви тоже не может жить. Рано или поздно он начнет смотреть на других девушек. И результатом может быть разрушение семьи. Больше того, даже когда женщина просто забеременела, часто она так привязывается к ребенку, еще когда он в утробе находится, что мужчина не выдержит и тоже ее бросает. И вот я хотела вам как раз задать вопрос, где баланс, да, между заботой о детях, ну, например, если это совсем маленькие, там, 2 годика, то есть как бы служение, забота о них. И в то же время внимание мужа, да, и наполнение себя как женщины. Вот смотрите, допустим, мы сидим, вот вдвоем кушаем с кем-то, да? Я очень голодный, хочу есть, да? Ну, думаю, что он тоже хочет есть, потому что он кушает рядом. Где баланс, чтобы не взять больше себе? Общая тарелка. Где баланс? Есть там баланс? Как распределить пищу? Хи-хи. Баланс в любви только бывает. Если ты любишь человека, ты ему будешь давать возможность есть. А не любишь, не будешь. Это весь баланс. Спасибо. Привязалась к детям, останешься одна. Но мне кажется, что это как бы временный период, то есть реально, когда дети... А мне так не кажется. В общем, пускай сами как-нибудь. Нет, видите, это уже называется, смотрите, это манипуляция. То есть, вот что она сейчас делает? Это чисто женская тактика. Раз ты такой плохой, Олег Геннадьевич, вот и получи тогда. Ну, женские женщины так себя ведут иногда. Ах ты, Олег Геннадьевич, такой, ну я тебе сейчас скажу. Нет, я такого не говорил, что сами пусть, пускай сами как-нибудь. Такого не было сказано. Мы говорим о любви к мужу сейчас. Если вы любите мужа, то баланс сразу восстановится, потому что любить надо и детей, и мужа. И когда любишь и того, и другого, то будет баланс. А у вас сейчас настроение такое, что муж вам должен, он должен за вами ухаживать, заботиться, а вы должны только детям. У вас такое сознание, сейчас такое настроение, оно приводит к разрушению семьи, такое настроение. То есть, если я поменяю настроение, то ситуация изменится? Конечно, когда ты служишь человеку, то ты начинаешь его любить. Молодец, видите, заняла. Вы обижаетесь, уже пошли обижаться на мужа. Вы думаете, что он должен поддерживать это ваше настроение, а он чувствует себя ущемленным. Надо перестать обижаться на него, понять, что вы неправильно себя ведете, и все восстановится в семье, все будет нормально. Но вы довели его уже до такой хорошей степени внутреннего накала. Женщина так устроена, что она очень сильно чувствует себя в отношениях, свою красоту, свою нужность, очень сильно чувствует. Нужность детей и красоту их очень сильно чувствует. И очень слабо чувствует нужность мужчины. Так устроена женщина. Имейте в виду, женщины, это опасное чувство. Потому что когда семья разрушается, мужчина быстро находит себе другую.
А женщине, чтобы найти себе нормального мужчину, нужны годы. Поэтому вот это ваше чувство, что я лучше, чем он. В поведении так и получается, что женщина в поведении всегда лучше, чем мужчина. Но по важности женщина должна бояться своих ощущений, что я права, я лучше. Это все тебе хуже будет, не факт. Я такая красивая, всем нужна, да мне найти себе расплюнуть, не факт. Не гордитесь собой, можете потерять человека. У нас есть на балконе вопрос. Хорошо. Можно? Да. Мое почтение, Елена Владимирович. У меня вопрос такой. А вы садитесь. Спасибо. Мой близкий человек категорически против, чтобы я посещала лекции, семинары, ездила. Вы мне жалуетесь? Я хочу спросить, что мне делать? Понимаете, если кто-то против посещать мои семинары, то я, конечно, должен ему отомстить. Нет, у меня у самого большое желание развиваться, но совершенно... Муж такой не очень, да? Протест. Такой не очень, да, человек такой? А у вас есть желание его развивать? Он считает, что он очень развитый человек. Все обижены на него, да? Я не могу его понять. Ну, в этом проблема. Если вы можете мужа понять, если вы по-доброму к нему относитесь, он не боится за вас. То есть, когда мужчина говорит, что я боюсь, что ты ходишь, ну, то есть он не хочет, чтобы выходили лекции. Боится, а причина страха не лекции. И не ваше желание развиваться, а ваше отношение к нему. Вы относитесь к нему очень поверхностно и пренебрежительно. И это отношение увеличивается от вашего увеличения пребывания вне дома. Чем больше вы так наслаждаетесь жизнью вне дома, тем меньше между вами отношений, и он боится за это. Тогда у меня к вам вопрос, а зачем тогда все эти лекции нужны, если вы самое главное, главный вопрос своей жизни, связанный с отношениями с мужем, не решаете с помощью этих лекций. Вы просто наслаждаетесь жизнью на этих лекциях. Женщина, когда на лекции ходит, она отдыхает, ей хорошо и приятно. А дома там этот непонятный человек находится для меня. Есть там много чего мне сказать вам. Вы очень гордые, гордитесь сильно собой в отношениях с ним. Теряете хорошего человека, он добрый человек. Очень заботливый, вы об этом мне не сказали. Мне сказали, что он непонятный, это вы непонятная, а не он. Вы очень импульсивный человек, непостоянный. А он очень постоянный. И вы его замучили уже. Да, он в этом признается. Я его замучила. Тогда в чем к вам, вас ко мне вопрос? Спасибо, что вы сказали, что я такая. Будьте осторожны, вы теряете человека. Он не просит вас. Это такой человек, что он не просит. Вы можете бросить. Потому что вы уже начали искать себе другого, посматривать. Нет. Я вам сказал, за пределами ваших возможностей общения. Фразу. Я могу сказать, что я не прав в том, что я сказал. Но фразу я не забираю.
Слышали меня, нет? Не разрушайте свою жизнь. Бог вам дал самое лучшее, берегите это. Обязанность женщине первая – это заботиться о муже. Если она эту обязанность выполняет, и муж удовлетворен ей, он сам ее отпустит на лекцию. Но если она не выполняет свою главную обязанность, он не понимает, зачем она убегает из дома. Наведите порядок в отношениях, потом вы увидите, как он поменяется в своем восприятии ваших прохождений на лекциях и семинарах. Спасибо, вы услышали. Важно, чтобы вы услышали Бога. Господь вам все скажет сам в сердце. Часто человек гордится собой. Особенно женщина часто гордится в отношениях с мужем. Это очень опасно. Найти себе такого человека, как он, вы не сможете больше в своей жизни. И это правда. Ладно. Поэтому вы подумайте, стоит ли задавать мне вопрос. Видите, какой я человек. Веду себя... как эти критикуют меня в интернете, говорят, ведет себя вызывающе с аудиторией. Веду себя вызывающе со всеми. Будьте счастливы. Спасибо, что вы меня услышали. Все будет хорошо у вас. Так, видите, все вопросы на тему сегодняшней лекции. Так получилось, что мы как раз для этого собрались с вами, чтобы ее изучать. Она сложная, эта тема. Почему сложная? Потому что там живет привязанность в этой теме. Привязанность между, в отношениях между мужчиной и женщиной есть привязанность. Раз-раз уже все закончилось, уже все. Надо отдать микрофон, я читаю лекцию уже. Все уже, да? Ну, я же начал читать лекцию. Вы не слышите, что ли? Я читаю лекцию. Вы на лекции или нет? Завтра не так будет. Вы поднимаете руку, я вас спрашиваю. Не то, что вы берете микрофон и сами говорите. Так нельзя, это неправильно. У меня есть должен быть выбор. Всегда в отношениях два человека, у двух людей выбор. Вы ваш выбор, поднимаете руку, мой выбор, я вас выбираю, чтобы спросить. Вот так вот должно быть. Это правильно так. Иначе начинается базар, вокзал. Мой выбор ущемляется. Я становлюсь ущемленным человеком. Я начинаю читать лекцию, кто-то задает вопрос. Почему? Потому что изначально... Я сам позволил лишить себя выбора, да? Это называется отношения. Видите, мы сейчас изучаем тему отношений. То есть, если я себе оставляю право выбора, то тогда меня уважают. Дают мне возможность говорить. Если не оставляю право выбора, мне говорить уже возможности не дают. Люди начинают сами говорить. Не потому, что они плохие, потому что им сильно надо. У них есть потребность. Поэтому это хороший пример как раз об отношениях. Потому что между мужчиной и женщиной есть сильная потребность. Каждый хочет счастья. И в отношениях между мужчиной и женщиной энергия счастья самая сильная. Она самая сильная, и поэтому вызывает сильное желание, сильное ожидание. Если отношения установить неправильные, то тогда это превращается в конфликты, скандалы, трудности. Становится трудно отношения строить. Девушка сейчас, я не дал возможность спросить, она обиделась на меня чуть-чуть. Не сильно, чуть-чуть. Но если бы это был муж, она бы сильно обиделась. Потому что сильнее ожидания от близкого человека. Так, давайте поговорим о мужчине и женщине, о характерах, в чем различие в характере, как взаимодействовать.
Характер – это психическая структура человека. Она имеет свой остов. Так же, как есть грубое психическое тело, анатомию изучают в институтах, в школах, там сердце есть, печень и так далее. Это грубое тело. А есть еще психическое тело. Его анатомию не изучают в институтах, потому что наша современная наука не знает этой анатомии. И я пользуюсь древними знаниями для изучения этой анатомии, потому что в Ведах описана структура психического тела. Там есть эта структура, она описана. Я научился диагностировать эту структуру, чувствовать психику человека, как она устроена. По этой диагностике можно предположения делать определенные. Иногда я ошибаюсь в своих предположениях. Например, я сказал девушке, что она неправильно строила отношения, разрушилась семья. Но она не была замужем. Я не взял свои слова назад, потому что психическая структура указывает, что это когда-то произошло. Человек живет не одну жизнь. Это могло в прошлом произойти, в прошлой жизни. Ну, то есть психическая структура не умирает. Она живет вечно, она постоянно меняется. От наших желаний и поступков она меняется. Есть психическая структура, которая предназначена для жизни в женском теле, а есть, которая предназначена для жизни в мужском теле. В целом это зависит не от самой психической структуры, а еще и более глубокой части нашего существа, которая называется душа. Душа человека находится в области сердца, вот здесь вот. В Ведах описано, что это маленькая светящаяся точка сознания, которая никогда не умирает, вечно существует. У души есть качество. Качество души — это честность, чистота, доброта, нежность, решимость, храбрость, разумность, рассудительность, ответственность, энтузиазм и так далее. Это качество души. Она всегда их имеет, эти качества. Но в зависимости от того, как душа соприкасается с этим миром, они могут быть проявлены, могут быть не проявлены. Вот если человек, допустим, совершил обман, то честность его перестает быть проявлена. То есть поступок этот накладывает на душу отпечаток. Она забывает о том, что она честная. Она начинает думать, что надо по-другому жить, надо всегда обманывать. Сам поступок заставляет душу так жить, поэтому людям не советуют совершать плохие поступки, потому что эти поступки накладывают отпечаток на восприятие мира. Допустим, девушка была целомудренной и хотела светлых отношений с мужчиной. Потом молодежным сексом позанималась где-нибудь там с тремя мужиками сразу. У ней поменялось восприятие о том, что такое любовь. Она уже по-другому начинает мыслить, думать и планировать свою жизнь. Поэтому такие отношения в древней культуре были запрещены, потому что они сильно влияют на восприятие мира. Итак, есть душа, она находится в области сердца. Есть психический шарик такой вокруг нее. Психический шарик, который... Это описано в Священном Писании древнем. Который состоит из памяти, соткан из определенной энергии, которая рождает память у нас в сознании о чем-то, и желания, сильные желания или слабые. Этот шарик — это наша судьба, то есть там находятся наши поступки и желания, исходящие из прошлого. И душа, она смотрит на мир через призму вот этого шарика. То есть если в нем тяжелая судьба, то она смотрит на мир, что он весь пасмурный такой, печальный. Если судьба, наоборот, хорошая, легкая, добрая, то тогда душа смотрит на мир добрыми, легкими, счастливыми глазами. Но есть души, которые обладают знанием. И даже несмотря на тяжелый период, они все равно учатся, заставляют себя смотреть на мир правильно.
То есть вот эта вся психическая структура, которая находится, то есть вот есть шарик вот этот, то есть душа, потом шарик, потом есть психические каналы разные, которые пронизывают все тело. Два типа психических каналов. Одних живет психика или наша жизнь, а в других психических каналах живут наши органы и системы, организм. Вся эта структура психическая в целом называется манас, или по-русски ум. Даже слова похожи, видите? Вот. Ум — это не просто только мысли и желания, и чувства человека. Это также его состояние здоровья, его события, которые с ним происходят, память, которая живет внутри человека. И у души есть сознание или энергия ее. Это сознание пронизывает и психическую структуру, и физическую. То есть душа хочет жить, и поэтому все активизируется, все тело начинает работать. То есть само по себе желание жить дает возможность телу жить. Желание жить принадлежит одинаково и мужчине, и женщине. В этом нет различий, все хотят жить. Но различие есть в двух других желаниях души. Второе желание души — это желание счастья, или любви, или гармонии, или красоты. Это одно и то же желание. И второе желание — это желание знания, победы, преодоления, силы. Это одно и то же желание, по-разному проявлено. Вот в одной жизни душа хочет любви, гармонии, нежности, ласки и внимания и счастья. Тогда душа не потому, что ей не повезло, как бы там хромосомы неправильно скрестились, а они не просто так соединяются, они соединяются по желанию души. То есть если душа хочет любви, нежности в этой жизни, гармонии, отношений, счастья, то она рождается в женском теле. И психика этой души, вот психическая структура этой души вокруг нее, в этой жизни конкретно, в этой жизни, психическая структура наполнена энергией любви. А если душа хочет разобраться во всем, хочет победы, хочет знания, хочет преодоления трудностей, утвердиться, стать сильной, тогда она рождается в мужском теле. И душу окружает в основном энергия знания, а не энергия любви. Это разные энергии. Так вот, следует знать, что вот эти три главные энергии души воплощены в трех главных психических каналах. Есть центральный психический канал, который называется сушумна. Он идет вдоль позвоночника и является деревом жизни. То есть вот этот канал психический, он продуцируется желанием души жить. И когда душа сильно хочет жить, то этот канал очень сильный, наполненный. А если слабо хочет жить, значит он слабый. И говорят, у человека слабый тонус, как бы он такой еле ползает. Значит, он по каким-то причинам не сильно хочет жить. А если человек сильно хочет жить, у него хороший тонус. Не давление высокое, а тонус. Жизненная энергия высокая. Способность жить высокая. Вокруг сушумны есть два психических канала по бокам. Один находится с левой стороны. И он отвечает за энергию любви, или гармонии, или нежности, или красоты, или ласки, доброты. Все это одна и та же энергия, в разных проявлениях. И у женщины в три раза сильнее, чем у мужчины, работает этот канал в норме. Бывают исключения. Бывает, женщина, зашоренная учебой, работой, начинает думать, что она мужчина. Тогда у нее слабеет этот канал. Но хотя все равно он работает сильнее, чем у мужчины. Но жить такой женщине тяжелее. Даже здоровье ее женское портится, потому что от этого канала зависит. У нее начинают болезни месячные становиться, то есть бесплодие может женское развиться из-за того, что она
не понимает, зачем она родилась. Она думает, что она родилась для того, чтобы кандидатскую защитить, или там на работе стать крупным специалистом, или чтобы в обществе высокое положение занять. И ей не нужна семья. Она говорит, мне не нужна семья, мне нужна работа. Тогда она не тем занимается в женском теле. Это все равно, что слон решил полетать. Он решил, что он птичка. И разбежался с обрыва и полетел, полетел. Ну, некоторое время пролетит, конечно, вниз. Что он не птичка. Он слон. Но в мультиках слоны летают. Мультики означают мечты. В мечте, конечно, все как бы хорошо. Я не против того, чтобы женщины работали. Не утрируйте мои слова. Некоторые женщины, которые имеют хорошую семью, все у них отлажено дома, они могут развиваться также в деятельности, в бизнесе, быть очень успешными и даже стать президентом страны. Нет проблем. Но если женщина не имеет отношений личных, и все она это делает, то ее жизнь не будет для нее приносить счастье. Потому что только в близких отношениях женщина испытывает глубокое чувство удовлетворения и счастья. Только в близких отношениях. А мужчина счастье испытывает глубокое, когда он побеждает судьбу своими усилиями, преодолевает трудности. Близкие отношения тоже ему нужны, конечно. Без любви никто не может жить. Но он не может быть счастлив, если он не сильный, как личность. Слабый мужчина не может быть счастлив. У меня есть один родственник, он очень слабый, как мужчина. Он постоянно говорит, Олег, ты много ездишь. Я много девушек знакомых. Найди мне девушку, которая бы смогла со мной жить. Невозможно. Как я найду? Я же за уши ее не затащу. Должен сначала стать сильным, как мужчина. И сразу в очередь выстроятся девушки. Все хотят сильным мужчиной жить. Или кто такой? И вот с таким кто хочет жить? Поднимите руку. Есть такие девушки? Нету. Никто не поднял руку. Итак, с правой стороны от Сушумны, вот этого канала, центрального дерева жизни, находится другой канал психический, основной, три основных канала, один из основных, называется Пингала-нади или Пингала-канал. Этот канал связан с мужской природой, с мужской силой, в нем течет энергия воли, знания, способности побеждать, преодолевать трудности, терпеть. А канал, который течет с левой стороны, называется Ида. У каждого человека с левой стороны женское начало находится, а с правой – мужское. Левый глаз у каждого человека женский, правый – мужской. Если вы спросите, а у левши – то же самое. Разницы нет. Все одно и то же. Итак, когда человек хочет счастья, любви, нежности, заботы, гармонии, красоты, тогда в этом случае с самого рождения энергия Иды, вот этого вот канала психического, наполняет очень сильно все тело, и в результате тело становится чувствительным. Если до него дотронуться, будет ой. Вот. Нежным. Чувства становятся очень чуткими, чувствительными. Человек соткан для того, чтобы воспринимать энергию счастья, любви. Чувства — это придатки ума, щупальца ума. Есть пять чувств. Это чувство вкуса, слуха, зрения, осязания, обоняния, тактильное чувство. Все чувства у женщины, они хотят счастья, любви, нежности. Поэтому они очень чувствительны. Понимаете, а чувства у мужчины хотят победы, силы, преодоления трудностей, поэтому они сильные чувства, нечувствительные, грубоватые, но сильные, способные побеждать. Поэтому, когда женщина ест, она не ест, она пробует. Итак,
так она и есть женщина. Если олигенетик говорит, что надо вот это есть, она не будет, если ей не нравится. Потому что женщина ест только то, что ей нравится. И причем немного она ест, а пока нравится. Перестал нравиться, уже не ест. Поэтому она все пробует понемножку, и не допробуется. Мужчина тоже не кушает, он жрет. Потому что ему от пищи нужна сила, он должен наполниться силой для того, чтобы побеждать. И когда жена ему говорит, тебе вкусно было? Он говорит, что-то мало. Ему не важно, вкусно или нет, важно, чтобы было нормально, хватило. Понимаете? Поэтому женщина, она ест понемножку часто, потому что ей надо пробовать наполняться любовью. Любви не хватает, пошла кушать. Вот, а мужчина ест сильно, много и редко. Ну, нормальный мужчина. Поел, кадышку набил и пошел работать. То есть, видите, есть огромная разница в самом начале уже. Психическая структура уже по-другому работает у мужчин и женщин. Девочка, она очень сильно хочет отношений. И поэтому с самого детства она уже знает характер, какой у папы, у мамы, какие между ними отношения. Я когда вырасту, сколько у меня будет детей. Она играет в семью уже, в куколки, то есть она рисуется. Ей, она только начала себя осознавать, ей всего полтора годика, она уже рисуется. Смотрит на вас такая, показывает энергию любви свою. Я тебя люблю, а ты меня любишь. Вот, показывает всем любовь. А девочка, она хочет быть красивой, чтобы была любовь. Ей нужно иметь любовь. Она наслаждается жизнью. В женском теле очень много наслаждений. Когда женщина садится на кровать, ей очень хорошо. Кровать – это ее очень любимое место. Она должна быть очень хорошей, удобной, потому что она на кровати может долго находиться. Потому что ей очень хорошо, там это для нее место, которым она испытывает счастье, наслаждение. Потому что женское тело само по себе расслаблено, ей хорошо. Ей нравятся цветы, потому что они дают мне гармонию с самим собой, а я красивый, цветы красивые, мы вместе еще красивее становимся. Вот. Женщине нужна очень нежная одежда, и она должна быть точно подобрана по ее желаниям. Потому что если одежда, допустим, по этому мужчине, лучше не покупать жене одежду, что подобрать невозможно. Я решил сделать эксперимент. Я могу чувствовать свою жену, у меня очень сильная способность воспринимать, что нравится моей жене. Я взял, выбрал 40 сережек, которые ей должны понравиться. В Индии делал фотографии на базаре, послал ей эти сережки. И она выбрала только две пары из 40. И когда эти две пары привез, одна оказалась, что она ошиблась. И я понял, что у меня шансов нет ей выбрать вообще ни одного. Ничего. Просто нет шансов. Все. Если вы решили подарить жене на день рождения другую обстановку в квартире, то это была очень большая ошибка с вашей стороны. Потому что вы не сможете сделать такую обстановку в квартире, которая бы ей понравилась. Потому что женщина контролирует обстановку в квартире. Если мужчина туда лезет своим сознанием, то женщина это очень сильно раздражает. А когда женщина что-то раздражает, то от нее перестает исходить энергия любви. И мужчине становится очень тяжело жить. Потому что когда от женщины перестает исходить энергия любви, то от нее начинает исходить энергия нелюбви. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Потому что мужчина, когда женится, он думает, что от женщины может исходить только энергия любви.
Он не знает, что от нее еще может исходить энергия нелюбви. Я тебя не люблю. Ты мне неприятен. Если жена вам такое сказала, не удивляйтесь. У нее просто плохое настроение. Это пройдет. Оно может длиться несколько дней, она уже утверждается в мысли, что муж ей неприятен. Потом раз, все меняется. Он становится приятен. Все постоянно меняется. Так как у женщины психика, она наслаждается жизнью, поэтому она как волны в реке, она постоянно движется. То ей что-то все нравится, то что-то не нравится, то хорошее настроение, то плохое. Вот у мужчин настроение, оно более-менее стабильное, оно тоже движется, ну, в зависимости от судьбы, может там месяц вот такое быть, потом такое. У женщин настроение меняется каждый день, идут быстрые изменения. И она сама не знает, какое-нибудь завтра настроение. Ее это очень сильно беспокоит в жизни. И вообще, так как у женщины очень чувствительная психика, поэтому она очень ранимая. Чувства у женщины в 6 раз ранимее, чем у мужчины. Поэтому она очень беспокойная, женщина по природе. Беспокойная, потому что ранимая. То есть ее все не устраивает, это не устраивает. Она не понимает, как вообще можно жить в этом мире. Постоянно это не устраивает, то не устраивает. Вот. Эта квартира мне не нравится, и это не нравится. Эта еда мне не нравится. То есть очень много у вас не так, да? А? Так? Вы так головой киваете, я думаю, может быть, я сейчас не то говорю. Ну, то есть психика, конечно, ну, как бы вы сейчас, женщины, можете услышать что-то от меня, не, у вас такого нет, допустим. Но у вас будет что-то другое, понимаете? Наподобие этого. Допустим, вас не раздражают звуки, ну, значит, вас будут раздражать образы там или вкусы. Ну, то есть, бывает у женщины одно чувство сильнее, чувствительно, а другое слабее чувствительно. То есть, но в целом чувствительность очень высокая у женщины по природе. Вот. Женщина предназначена, жизнь женщины предназначена для расслабления и счастья. Она родилась для этого. Это не значит, что женщине надо постоянно валяться на кровати. Это значит, что она на это имеет больше права, чем мужчина. То есть, если она хочет отдохнуть, расслабиться, это ее право, потому что, в конце концов, сама красота женская означает расслабление. Если взять внимательно, посмотреть на красивую женщину, она всегда расслаблена. Но если женщина напряжена, то она уже некрасивая. Потому что расслаблена означает довольна жизнью. Расслаблен, довольна жизнью. Понимаете? И нормальный мужчина, разумный, понимает, что конкурировать в этом праве с женщиной – безумие. Тебе же хуже будет. Вот. Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что мужчина тоже может расслабиться иногда, конечно. Не то, что он должен напряжение жить постоянно. Но само право вот на ощущение счастья, нежности, красоты, оно принадлежит женщине в отношениях. Это не значит, что женщине все принадлежит, все права как бы принадлежат. Она может и наслаждаться жизнью, и командовать одновременно. Понимаете, вот права побеждать, быть ответственным, принимать решения уже на стороне мужчины больше. Это не значит, что женщина не может принимать решения. Но права уже здесь не в ее пользу складываются. Вот, допустим, расслабиться, быть самоудовлетворенной, нежной, комфорт испытывать, вкусно кушать. Иметь самую лучшую одежду, самые лучшие украшения, все самое лучшее в семье иметь – это право женщины. А принимать решения, побеждать судьбу, быть ответственным. Считать себя разумнее, сильнее, выносливее, смелее – это право мужчины. Если женщина это право не дает мужчине, это называется, она завидует мужскому рождению. Бывает, мужчина не дает права женщине, говорит, что ты валяешься все время. Давай вставай на зарядку вместе со мной. Она говорит, сам вставай. Ну, то
То есть иди вставай, ты мужчина, иди вставай. Она женщина, она если сможет, встанет. Нет, нет. У нее волевой импульс очень слабый внутри. Особенно, когда мужчина, мой мужчина, который мне должен дать счастье. А так женщина думает, как глядя на мужчину. Она должна счастье, означает расслабление, покой, нежность, гармония, деньги, все в этом месте. И этот мужчина заставляет меня на зарядку идти. Да никогда в жизни не пойду. Так мужчина, женщина так настроена. То есть, вот если подружка скажет, пойдем на зарядку, она с удовольствием. А если муж, то это вызывает у нее жуткий протест в сердце. Почему? Потому что он же мне должен дарить счастье, а не аскезы. Понимаете, я вам описываю сейчас, как устроена психика женщин. И поэтому к женщине нужно очень тактичное, нежное, аккуратное, заботливое отношение. Это является просто обязанностью мужчины. И мужчина, который так себя ведет, он не унижается в таком поведении, он ведет себя сильно. То есть если мужчина нежно, аккуратно, тактично, женщина начала капризничать, успокоил ее. Это не признак унижения. Некоторые мужчины думают, что если я у жены вот бегаю перед ней на цыпочках, успокаиваю, это значит, что я унижен. Да, некоторые мужчины унижены в это время, но это их проблема. Но если мужчина это делает из благородства, а не из того, что он унижен, то тогда он становится очень сильным и нужным человеком в жизни. И он при этом не чувствует себя плохо, когда он так себя ведет. Вот, допустим, если ребенок капризничает, родители заботятся о нем, разве они унижены в это время? Нет. Женщина точно так же, почти как дети, капризничает. Потому что ее чувства ничуть не более крепкие, чем у ребенка. То есть у женщины чувства такие же чувствительные, как у детей. Поэтому женщина нуждается тоже в заботе. Заботе именно на чувственном плане. Успокоить, поддержать, подбодрить.